денежек золотых на прокачку шевеки. Так. Ай. Чего вдруг это в ограничении? Благодаря секрету игры, которую мы раскрыли, обогащаемся потихонечку, полигонечку. Так, 221. Круто. Флейты мы взяли у торговцев, рабами, работорговцев. Одолжили. Такие, такая прелесть. Эти флейты. Прокачали их. Трюмом прокачали. О. На 140% больше можно всунуть. Нет, не на 140, а на 40%. На 40% больше. Всего 140 от первоначального. Вот это у нас. Так, 6000. 6650 вместимости. Тон. Кнопочка появляется, если в городе есть кораблики. Кораблики. Так. Дальше что? Дальше пошли. Опять сюда. Идите за моими руками. Никакого мошенничества. Чистый бизнес. И ум. Три назад у нас было всего лишь 19 000, а теперь 20 000, и это не предел. Скоро будет несколько миллионов. Мало здесь продукта этого масла. Мало масла. Зачем это? Вообще этот подсунок не нужно больше трогать. Это неизвестно, где он запоминает это. Зачем запоминает? 22 000. Это мы пока тратим. Ой, как мало. Что такое? Так. Лети к городу. Ура, хоть здесь нормально.
снял еще 20 флейтов и 30 работорговцев. Захватим с помощью шибек. Мы сейчас у работорговцев шибек одолжили парочку. И будем ими захватывать. Что захватывать? Будем ими захватывать флейты. Вот эти вот кораблики. Плавучий склад. Так. 221 единица товара влезает. Это ж надо. Надо. Траты большие. Уж и веки больше 80 человек экипаж. И всех кормить надо. У них еще дети, семьи, понимаешь? Тещи. Всех надо кормить. В связи с этим нужно зарабатывать денежку. Денежку. Лучше золото. Если б я так в жизни зарабатывал, было бы лучше, чем в игре. И заметьте, время остановилось, пока переходим из города в город. Ну вот. Так. С макаронами вкуснее, чем с картошкой. Что ж такое-то? 59. Так. Это мы все. Собираем денежку. Денежку. Денежку, денежку. Ой. Еще флейты хороши тем, что у них 40 максимум экипаж, а на обслуживание 14 человек, чтобы держать в порту и ходить между городами.
Так. Вот так вот. Его. Иду.
нации нашей пасы. Да. Он нас обстреливал из чего? Обстреливал из... пушек этими, как крепелями. Вредили намного команды. 50 с чем-то оставалось, когда абордаж начался. А было 80. Может, они картечи тоже стрельнули, а не только книгерями. Иногда получается вернуться еще раз на пасть на пиратов. В тот же квадрат вернуться.
получается угробить пирата вот здесь, вернуться на базу и опять смотаться, угробить еще одного пирата. Стараемся сразу. Увеличили время, в 3 раза быстрее пошло. Но... Ура. Где он? Вот он. Вот он, вот он. Чем так огненно? Да, красиво. Красиво. Так, где эта штучка? Эта штучка. Раз, два, и там ангелочки на заднем плане, беленькие такие. Вообще-то это деревья в свете молнии. Они ангелочки, но все равно хорошо. Yeah.
Кич. Кич нас не интересует. Кич. Шебеки нам нужны для захвата флейтов. А флейты нужны для того, чтобы разместить в каждом порту и зарабатывать миллионы. Миллионы золотых денежек. Еще шебеки нужны для абордажа пиратов. Пиратов абордажа. Абордажа. Можно сделать так, чтобы он сюда уперся. Ну, Рома предлагает поить команду. Так. Так.
можно дать экипаж во время боя, чтобы увеличить их мужество. Скорость корабля увеличивается на 10%, урон от абордажа увеличивается на 15%. Девять человек погибло. Ужас. Надо их ромом отправить. Так, еще чего-нибудь сделать? Еще чего-нибудь?
чего тут у нас? Ром. Использовать одну доску. Использовать одну парусину. Ладно. Нужно переходить из города в город и опаивать всех матросов в тавернах, пока не всплывет информация, где груз.
красненький кораблик, не зелененький, не беленький кораблик, не красно-синенький, а зелененький. Квадратик. Гринбокс. Почему я спаиваю матросов? Расходуя все эти возможности. Потому что лень каждый раз лезть, лазать в карту, смотреть. Потом опять на кружку нажимать, потом опять карту. Городу. Так, что все. Когда переходите между городами, время не идет, не движется, останавливается. Останавливается время. Потерянный груз нужен. Нужна локация. Локация, потерянный груз. Ну, может быть, и в других локациях тоже. Господи. Ну ладно, придется поднять паруса. Что такое? Мы остались там. Да, мы ее заховали. Шибека, шибека. Шибека. Вот она. Городу, а поднять паруса, чтобы перегрузить эту обстановочку.
нужно пасть. Взяли. Мы не ту шибирку взяли. Черт. Надо трапить. Так. Что это за шибирка? Мы ее не ремонтировали. Так. Починка. Дольше бегай, пошли, но... Но флейты еще за нами провязались. Используем бомбы, потому что говорят, что команда тоже от этого страдает. Не только кораблик. Было, конечно, вот здесь подождать, пока он застрянет. Потом острый заглотится. Ладненько. Включил автострельбу. Мы и так справились. Ее каждый раз надо включать. Это неудобно. А как насчет этого, как его? А где ограблен? Шибеки не перепутать. Одна прокачанная и с экипажем, другая не прокачанная и без экипажа. А
именно с минимальным экипажем. И это не есть хорошо, если перепутать. Как раз о чем я говорил, что можно успеть дважды в одну локацию попасть. Угробить двоих пиратов. Так, это все хорошо. Разворот без парусов вроде бы на 30% медленнее, но на самом деле медленнее с парусами разворачиваться. Но не на самом деле, а в другой игрушке. Чтобы быстро развернуться, нужно опустить паруса. Матросов перед атакой не угостили. Зря. Зря. Где эта штука? Где это? Вот это. Это еда.
нет. Что? Барк. Баркентина, Бригантина, книга кораблей, парк гражданский, Галеон, Галеон и Шебека. Шебека. Крутой кораблик. Крутой. Ой, крутой. Галеон быстрее. Парусов. Так. А, здесь еще абордаж, наверное. 4, 8. Что это означает? Надо будет посмотреть где-нибудь. 9 абордаж. Галеон. Ошибека 5. Может, это на каком расстоянии могут кидать эти штуки? Штуки. Где тут самый 11? 11. 9, 7, 6, 3, 3, 3, 3, 3, 9. Арака. Флейт. Флейт 11. С 11 метров. Может, наверное, на абордаж идти. А может, мы ошибаемся. У него маленькая команда. Чем ниже судно, тем меньше вот это значение. Вроде бы, а может и нет. Галеон 9.90. Может галеон взять, чтобы с пиратами сражаться. Так. 8. А это 9. И этот вроде, у этого вроде бы борт выше. 8.9. Так, это вообще 4. А это вроде бы тоже высокий борт. Странно. Это что такое? Ой. И так далее. А, мы хотели барк посмотреть. Барк. Или Баркентина. Не нужно. Потом будем захватывать кораблики. И ничего. Захватывать. И приключения пиратские. Приключения головорезов. Вот безопасные, рискованные пиратские. Будем захватывать в открытом мире.
Вот он, открытый мир. В открытом мире будем захватывать кораблики пиратские, например. Ремонтировать и отправлять в опасные приключения. Так. Ну, нам нужно... Что нам нужно? А, перейти. Перейти. Что нам такое сделать-то, а? Перейти к городу. Говорились, что ли? Перейти к городу. Шебека. Да, это наша. Это наша Шебека. Идем туда. Идем убивать пиратов. Может, это не гуманно? Кто-то скажет, как вы некрасиво поступаете. Лучше так. Лучше так. Лучше так. Лучше так. Этот момент залп. Весь ядер.
Наверное, наши тоже пострадали. Ну, ведь мы опять их не напоили. Но они и так справляются. Два погибло. Может, от этого залпа автоматического они погибли. Наши. А может, и нет. Нужно выкинуть это все. Ремонтируем. К счастью, от огня человечки не пострадали. Охотиться закупим отдельно рот, там доски, парусины. Так, о, у нас хватит этих самых, как его, ядрышек. Так.
в новые игрушки с такими же корабликами. Управление гораздо проще. Там не нужно дергаться каждый раз, там по экрану бегать. Просто W, S, A, D. И автоматическая коробка передач у этих парусов. Нужные опускают, ненужные опускаются, нужные поднимаются. Ловят ветер и вперед. Взять все. Взять все. Все взять. Ля-ля-ля-ля. Почему я все время так вот? Так, как-то все. Все как-то так. Как-то так. Взять. Взять. Человека, что я скажу их матерям. Да, он есть. А может, это не одно и то же. Не одна локация. Да. Но хочется верить, что мы успеваем сгонять туда и обратно. Рядом эти места крушений были расположены, поэтому мы подумали, что успеваем. А теперь вроде бы в другом месте поднять паруса. Сейчас будет поворачивать туда, где у нас мертвый угол. Мертвый угол. О, мертвый угол. Красненькая такая штучка. Очень плохая, очень вредная штучка. Штучка-брючка. Нет заднего хода у корабликов. Ой-ой-ой. Так, это нужно отключать. Ай-ай. Успели. Поехали.
можно опять впить неогнено и их заснять, но рисковать жизнями моряков ради симпатичной себяшки — это негуманно. Это, я вам скажу, последнее дело. Или предпоследнее. Ниже ватерлинии. Бабах! Там. Эта штучка называется по-научному. Так. Так. Получили новый этот самый. Скряга. На 30% меньше платить морякам. Так, пират. Задачи испытания, настройки, книга кораблей и так далее и тому подобное. Так, это пока есть, это 5 погибло. Так, все, что еще нам нужно? Нам нужно напоить. Испытание 12 из 17. Мы выполняли 13 вроде бы. Или да, 13 и 15. Теперь 17 пар пиратов задали угробить, то ли еще будет. Еще сказали 17 танков угробить в день, в сутки. 30 танков, 40 танков, 50 танков. Ужас. Такое мокрушество. Кошмар. Автоматическая коробка передач. В новой игре этой фирмы про пиратов. Там сразу дают фрегат. Где? А, вот. И сзади подходит, а мы не видим. То есть не с подветренной, мы с подветренной. Мы с подветренной, и это очень.
очень плохо. Мы не можем к нему подобраться. Скорость игры. Так. Так. Уходит собака. Счет от автоматической продажи наших товаров. Это мы продали. Это мы. Опять пятеро погибло. Это паруса, пушки. Неужели нельзя сразу выбрать науки? Ой. Так, что неудобно это? Где эта штука? А сзади опять. Опять мы с подветренной стороны. Опять нам никак не подойти к нему. Вот зараза. Собака. Где он? Вот он. Какая зараза. Конечно, ему удобнее же идти по ветру. Собака. То, что нам неудобно, его не волнует. Как же нам? Как же?
он 8 и 9, мы 12. Сейчас он нас еще будет обстреливать этими самыми, как его, книперями. Вот зараза какая. Ну и пошел ты. Можно его обстрелять книгерями, притормозить его. А можно и не нужно. Сейчас. Почему? Почему не включился абордаж? Волочь. Они на стороне пиратов. Можно по несколько раз тыкаться в одну и ту же локацию. Но, правда, потрёпанный чуть-чуть. Наверное, нельзя. Хотя мы же там формально ничего не подобрали. Груз-то по-прежнему там брошенный валяется, и мимо тоже по ушке. Так, как у нас там 10 рубинчики. Не тратить свое время, заплатить за 10 рубинчиков 145 рублей 11 копеек.
И ни одного. Нету каравелла. А нам нужен флейт. Флейт нам нужен. Так. Это у нас что? Кетч-кетч. Это кетч. Кетч-кетч. Ну это вообще бессмысленно. Так. Что делать-то? Пойдем сюда. А теперь пойдем сюда. Так, я опять спаю вот этих самых. Да. Да. Доктор. Ага, так. Придется отвезти доктора. Шебека. Корабль Шебека. Брать нам его или не брать? Нет, не будем пока. Так. Лучше доктора отвезем. Поднять паруса. Система их управления кораблем напрягает. Страшно удобно, ну страшно удобно вот это дырками. Зачем это? Наверное, это... Пальчиками надо тыкаться. Так. Поднять паруса. Колбаса, колбаса, колбаса. Это песни мои паруса. 205. Еще есть. С чего нам все этот красный корабль под... Белый корабль в красном кружочке подсовывают. Кутер. Кутер, он и в Африке.
кучер. Будем спаивать матросиков. Спаивать. Парусину предлагает парусиной фарцевать. А мы починили хоть корабль-то? Нет, не починили. Сначала заплатить, ну ладно, не будем жадинами, хотя мы жадины, мы уже прокачали это, вот это мы прокачали, я навыки, о, скряга, узнайте, как дать своему экипажу постоянный дополнительный стимул, плавать под вашим флагом. Стимул плавать под вашим флагом. И они согласятся на уменьшение их зарплаты на 30% вашему экипажу. Своему экипажу. Это только для одного корабля или для всех? Интересно. Ну ладно. Так. Так. 15 и 17. Господи. Господи. Так. Это мы сюда. Это сюда. Сначала нужно авто. Автострельбу. Автоогонь. Выбирать потом уже. Выбирать снаряды, чтобы не мучиться. Так. Симпатичный кораблик такой. Симпатичный кораблик. Ребята такие хорошие все. Сидят у пушечек. Так. Ребята, конечно, хорошие. Сидят, конечно, у пушечек. Но... Чего-то, мне чего-то смутно жаль. Естественно, душегубством занимаетесь целый день. Ужас. 17 кораблей. На каждом корабле, между прочим, так вот. На каждом таком корабле 34 души. Ужас. Вот такое душегубство. Продать. Так.
Подземники, корабль, не знаю. Шлюп. Что такое шлюп? Шлюп, наверное, недоразумение. Но мы намеренно это делаем. Мы не хотим оказаться в долговой яме. Поэтому мы не покупаем вот это вот. О, Франция помилование. А что, мы кого-то убили? Франция помилование. Французское письмо о помиловании. Дайте взятку секретарю губернатора, чтобы получить это письмо и начать все с чистого листа, повысив свою репутацию от пирата до моряка во всех французских портах. Мы кого-то убили. А это, наверное, был этот флейт работорговцев. Или шебека работорговцев. Вот таких людей обидели, разве можно? Ну что вы, ну что вы? Разве так можно поступать? Это репутация. А вот это вот карта Карибских островов. Карибские острова находятся у восточного края Карибского моря. Карта дает вам доступ к новым портам и новым типам кораблей. Мы всегда думали, что Карибские острова как раз на границе Карибского моря, а не на востоке. Они как бы окружают море. Но потом уточните в гугле карты. Поэтому оно и называется морем. Потому что, а то бы это был океан. Так. Карибские острова. Угу. Вот мы намеренно не покупаем карту Карибских островов, потому что это открывает новые корабли. И нам не будет так уж просто убивать корсаров. Но, понимаете, шебека. Нет, они не на шебека, конечно. На крейсерах. Не на крейсерах. Ну что, крейсеры? Крейсеры. Ну, линкоры там. Линкоры, эсминцы, авианосцы. Шебеки. Шебеки. Господи. Ладно, пока мы не будем просить прощения, мы еще собираемся грешить с французами и француженками. Так, Дания тоже скоро. Обычная плата за швард. Контрабандист. Плата за швард умножена на 2. Это мы успели с французами поссориться, с датчанами. И все. А с британцами почему-то... Это потому что работорговцами занимаются французы почему-то. И датчане, хотя исторически так сложилось, что в этом деле в основном преуспели именно британцы. Британцы, работорговля, сделали на этом капитал. Дубиздох, Гитлер капут. Репутация капитана. Цена найма экипажа доступна моряков. Повышается, если вы платите вовремя. Что мы не вовремя? Мы что, когда-то задерживали оплату? Смешно даже. Почему так? Странно. Может, это из-за таланта скряга? На 30% у нас будет ниже репутация.
подлость какая. Нужно было предупреждать, что это репутацию ухудшает. Скряжничество. Мы-то сами не могли додуматься до такого. А вот письмо о помиловании за 2000 монет, и он увеличит вашу репутацию. Ваша репутация увеличивается во время торговли и уменьшается с каждым нападением на корабль или город. Но это работорговцы были. Это же не люди. Их нужно уничтожать, выжигать каленым железом. Чем мы и занимаемся. И уменьшается с каждым нападением на корабль или город. Дайте взятку. Дайте взятку губернатору. Или купите письмо помилования. За 2000 монет. Да, продажное чиновничество. Что делать? Что делать? На Карибах те же проблемы. Те же. Да. Лирическое наступление. Шесть. А потом еще чего-нибудь, кроме шибеки. Китобоя, как возьмем с 90 экипажа. Ой, ты. Вам не это. Как нападем на всех, как нападем. Но он неповоротливый, наверное. А у шибеки классные косые. Эти косые. Эти, как их? У руса косые. Она может круто к ветру идти. Круто к ветру. Круто к ветру. А, кстати, я хотел показать. Показать. Вот. Кетч. Диана. Вторая. Диана вторая. Кетч. Кетч. Вот она, маленькая наша. Где она брошена? Кумана. В Кумане брошена. В Кумане. Правинушка наша.
Ждем. Доступно 0, около 100. Испытание совершено. Плывите в порт, чтобы получить рубин. Ага. Ну ладно. Пойдем в порт. Только корабли не плавают, а ходят. Здесь вы всегда можете отдохнуть, починить свои корабли, торговать, а также построить новое здание, ваш порт. Кабо де ла Вела.
расстояние 90 миль. Время в пути 12 часов. Опыт плюс 3. Поднять паруса. Подняли паруса. Поздравляем. Вы завершили сегодняшнее испытание. Вы получаете один рубин для постройки обновления маяка, торговой гильдии или корабела. Маяка, торговой гильдии или корабела. Корабела. Корабел может помочь вам закончить чертежи, которые вы нашли в другом месте. Это можно сделать в окне обзор чертежи кораблей. Но корабел не работает бесплатно. Вы должны заплатить ему, и это займет некоторое время. Вам понадобятся рубины для строительства постройки корабела и ее улучшения. Вы можете получить рубины за выполнение ежедневных испытаний. Снижение цены и времени. Минус 10%. Меня раздует. Я погибну. Видишь, я в этот день забудешь про врачей. Но ты оставишь их тогда без работы. Да, нет, хорошо, пускай дети погибли. Корабел вам помогает. Чертежи можно найти в открытом море и на затонувших кораблях. В открытом море на затонувших кораблях это около вдоль берега нужно ходить на кораблике и собирать эти чертежи и еще карты сокровищ. Тоже хорошая вещь. Соберите 100% чертежа корабля, чтобы построить его в своей верфи. На своей верфи. Господи. Так. На кораблях ходят, а не плавут. И на верфи их строят. Чтобы построить корабль, откройте это окно на базе с верфи. Корабел может помочь вам завершить сбор чертежей.
Ну и зачем нам эти кутеры с кетчами? Ну, нет смысла. Но у нас есть крадел. Видите, может. Вот, 53, бац, нажимаешь. Вот. Вот, карта сокровищ у нас есть. Знаете, на карту указывает на сокровище, которое находится от порта Lost Reef примерно 96 миль. Мы не открыли этот Lost Reef. Еще. Корабль KG-27. И так далее. Это у нас шебека и флейт по две. Еще один шлюп. Шлюп это маленькая. Маленький кораблик совсем. Лодочка. Шлюп Петра Первого. Так, это мы убираем. А следующее это у нас корабел, а это гильдия торговцев. Гильдия торговцев автоматически продает товары. И, наверное, будет больше дохода от автопродажи. Так что мы это берем. А еще есть вот этот маяк. Так, 15 золота в неделю, а так будет 30, например, золота в неделю. Мы выберем вот это вот гильдию торговцев. Улучшить. И получилось 2 штучки. Что тут у нас на 8%? На 3% увеличилось. Вот скряги. Вот кто скряги-то. Ой. На 8. На 3%. Было 5, стало 8. Ой, как нехорошо. Ай, как некрасиво. Ай-яй-яй-яй-яй. А, нет, это вот. Хорошо, все. Это автопродажа. Так, все. Это мы сделали. Это мы предупредили. Все. Мы сегодня многое сделали. Потопили 17 кораблей пиратских. Уничтожили. Сколько пиратов? На 17 равно 578 человек убили сегодня, не считая драк и поножовщины в барах, в пабах, в тавернах и так далее и тому подобное. Ладно. Подписывайтесь на наш журнал, и вы узнаете много интересного. Ай, так много, господи. Так много. Жуть, сколько всего узнаете. Ничего не узнаете. Это канал не об играх. Это о том, как мы играем в игры. Это две большие разницы. Видите? Видите, какие мы богатенькие? И мы ни цента сюда не вложили. Ни цента. Все вот этими вот серыми клеточками доходим. Как разбогатеть? В мире условно бесплатных игр.
хорошо, что вспомнили. О, 5 человек погибло. Это свыше 500 пиратов угробило. А сколько наших моряков полегло? Да. Ну ладно. Подписывайтесь. Лайкайте, анлайкайте. Потом еще что? Делитесь этим видео. Включайте его в свои плейлисты. И что еще? Комментируйте, делитесь, включайте, смотрите, наслаждайтесь, подписывайтесь, лайкайте, анлайкайте. Вот. Успехов вам в тяжелом ратном труде геймеров. Пока. Приходите, если что.